Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим. Скончалась российская актриса Терновская. Артистке было 94 года. Не стала народной артистки России Нинели Терновской. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра, где и служила актриса. Сообщается, что Терновская скончалась накануне, 27 апреля. Ей было 94 года. В 1948 году Нинель Федоровна окончила студию при Центральном детском театре, после чего устроилась на работу в СамЦДТ, ныне Российский академический молодежный театр. На счету артистки большое количество ярких ролей. Терновская сыграла в таких спектаклях, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золотой ключик», «Отверженные», «Снежная королева», «Жизнь впереди» и других. Также актриса снялась в нескольких фильмах-спектаклях. «Женька наоборот», «Финист», «Ясный сокол», «Сказка о четырех близнецах», «Рамаяна» и «Сон с продолжением». Настоящим подарком для зрителей стало участие Нинель Федоровны в юбилейном спектакле «В пространстве сцены», говорится в публикации. Пока неизвестно, когда и где похоронят Терновскую. Об этом ее поклонникам сообщат позже. В разговоре с РИА Новости художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин почтил память артистки добрым словом. Нинель Федоровна была светлейшим человеком в работе и в жизни, очень яркая, темпераментная, выразительная, отметил он. Бородин добавил, что театру актриса отдавала всю себя. Сотрудники культурного учреждения очень любили Терновскую, поэтому новость о ее кончине стала большим горем для многих. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.